Йоу, гайз, с вами Шемики, и мы продолжаем проходить игру под названием «Пятница 13-й. Убийственный пазл». И у нас пляжик. И играть. И у нас утопленник Джейсон. А ну, сними масочку. Ой, здесь у него уже лицо немного другое. Так. Джейсон, а почему у тебя только пол лица? Ладно, погнали. Недалеко от пляжа клуба обнаружено корабль почему-то там. Около озера, конечно же. Все тусят. А мы сейчас такие с корабля. А нет. Весенние каникулы. Какой красивый пляж. А это что за заборчик? Ой-ой-ой. А это заборчик, чтобы они меня видели. Бля. Прочистил внутренности. Рыбкой. Да-да-да-да-да, далее-далее. Пляж... Не забудь солнечный крем, Джейсон. Я не хочу, чтобы ты обгорел. Так, подождите, подождите, подождите. Ой-ой-ой, тихо. Пляжникам не жить. Все. Я посмотрел, да, вот этого Джейсона берем. Пляжникам не жить. Ага, так они меня тоже... Не забудьте, так это я читал. Значит, позвоним. Минус. Бу. Не пугается, твари. А. Так, подождите, нужно ее напугать. Так, минус полицейский и... Минус купальщица. Да уж. Приманка. О, мертвый кит. О, смотри, спящий кит, как мило. Ага. Да, спящий кит. Так. Такс. А, ну это... Более простое. А, я в ловушке, да? Кто знал, что это ловушка была? Так, ну тут уже обосрался, считай. Значит, этого я пугаю. Так, нормально, нормально. Минус. Минус. И убивает чувака. Ну это глупо, это глупо, это глупо. Коварные... Что-то там. Потому что я смотрю сюда, что появился текст, он появляется здесь, большой, крупный. Мне нужно тогда отъезжать от него. Ладно. Раз. Два. Три. Найс. Так. Ага, так они мне все не боятся. Окей, тогда. Готово. И эту сейчас мы просто так напугаем.
Так, 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 так. Черт. Ну кто подумать мог? Да что здесь настолько? Так, беги. Тихо. Так, значит, разница в один квадратик. Так, теперь также только пугаем теперь его. Слишком много действий. Очень много действий. Много очень действий. У нас очень острая рыбка. Новая шмотка. Ну, я даже не надеюсь, что будет золото. Давайте хотя бы серебро. Угу. Подсвечник. Последний шанс. Не дай им сбежать, Джейс. Они побегут на выход. Так, а у меня тогда вариантов не так уж уже тогда и много. Убью ее, сбежит. Но если сделаю вот так вот, то никто не сбежит. Ай, Джейсон тоже не может сбежать. Обидно. Ладно. Ясно, понятно. Проверяй. Слишком неясно дело. Убиваю, убегает. Пугаю. Ладно. Он убежит. Окей. Убью. Попытаюсь убить. Но автоматом убегает, ведь так? Сейчас закрою глаза и представлю. Блин. С одной стороны. Вниз-вниз он убегает. Вниз-вниз-вниз. Он идет сюда. Но я эту никак не могу убить. А, я его могу напугать, в принципе. Все, тихо. Смотрите, раз. Не то, не то, не то, не то, не то, не то. Как мне его напугать? Мне нужно как-то сюда попасть. Никогда. У меня горит. У меня горит. У меня горит. Лево, вверх. Я его не достаю. Вниз, вправо, вверх. Он сбегает, там сбегает, везде сбегает. Единственная попытка, это как-то убить сейчас. Вот. No! Нет, он убегает. Все. Я только его могу убить, и все. Как, если бы ящик передвигался, не знаю. Давай, помогай. Да-да-да, покажи решение.
Да. Я забыл. Как он сюда попал? Подождите. Так, он врезался в ящик, я помню. А, все. Вспомнил. Убивай нахер, убивай. Кровожадность, поехали. Смерть на закате. Двое полицейских. Мне всегда нравился закат, Джейсон. Это так красиво. Да, красиво. Так, окей. Главное, чтоб не на выход. Так и дай ты рыбу. Блять. Окей, это логическое. Вперед. Здесь просто. Вот там я не знаю. Также кровожадность. Поехали. Расчлененка. Так. Раз. Нужно закрыть именно вот эти проходики. Надеюсь. Раз. А зачем я это сделал? Найс. Так. Вниз не вариант. Давайте, ладно, вниз. Роняю эту. Этим мне нужно было сначала перевернуть. Так. Нет, так. Я понял вас. Что, повторная попытка сгорения жопы? Да. Так. Это же жить моя срака. От не понимания. От не. О, внимание. Фу, сейчас я, короче, похожу, подождите. Фу. Так, ладно. Здесь он падает. Сюда падает. Я могу только эту напугать. Ага. Так, я убиваю двоих. Я двоих могу убить. Так. Или нет? Так, тихо. Минус. Я близок к решению головоломки. Так. А, всё. Ой. Лопатка болит. Минус. Острая рыба, очень острая рыба. Пикник. Люблю запах вареного
вареного мяса. Почему вареного? Может, жареного? Один в огне сгорает. Ладно. Сюда? Сгорел. Сюда? Сгорел. Вниз. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Я жареный. Так, нужно ходы. Сразу парня напугать тогда. Нет, не вариант. Хотя... Еще целых два хода нужно. Deadtoll 3. Тройное убийство. Какой же ты у меня молодец. Вот тебе еще немножко. Давай, давай, давай. Если шмотка повторится, значит я смогу обменять ее. Молоток. Good class. 15 ящичков. Ага. Сразу идем по жопе. Так, убить сразу охранника. Так. Ага. Та-та-та-та. Ай-яй-яй. Так, окей. Это сразу на выход идет. Угу. И для чего я это сделал? Так. И он убегает. Найс. Хорошо сыграно. Давайте полностью заново. Угу. Не-не-не. Полностью заново. Я думаю, я знаю, что нужно начинать с той стороны. Блять. Далее. Воп. Воп. Опа. 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 Вот так вот. Вот так вот. Окей, еще варианты.
убил, допустим, да. Давайте в эту сторону уроню. А, правильно, все. На этот раз правильно. Кровожадность получена. Цепочка убийств. Ой, кажется, ты в тупике. Ну, блин. Здесь даже я не знаю. Ой, я звук. Бу-бу-бу-бу. И они не пугаются. А, и все. Мне нужно это сначала было сделать, напугать. Вот это вот, только как. Что происходит? Боже мой. Окей. Напугает сюда. В угол бежит. Сюда? В угол бежит. Сюда я вообще без понятия, куда она бежит. Вот это умирает 100%. А ну-ка. Так. Ой-ой-ой, все это просто. Тихо. Так. Так. Фух. Плаватели херовы. Перекус. Перекус. Хм, интересно, а тут продается коктейль мимоза. Я знаю, салат мимоза. Он вкусный, с рыбы такой. Ладно. Это минус сразу будет. Значит, это будет неправильно. Теперь, как вариант, можно вернуться, убить ту холодильником. Но мы сначала этого не будем делать. Хорошо, спасибо. Ага. Допустим, вернусь до того момента, как я ее напугал. Стук. Стук по голове. Ну, здесь правильно. Здесь мысль идет по правильно. Опа. Вот теперь, наверное, нужно будет напугать эту. Теперь я пугаю вот эту, она побежит туда. Так, теперь главное все правильно сделать.
Я в ловушке. То же самое получается. А можно как бы это не убивать? Уроню холодильник, я проиграл. Уронить холодильник. А если уроню холодильник? Так. Убиваю. Хотя. А, черт, холодильник проехался. Тогда я отсюда не смогу выбраться. Допустим, так. Только так, да? Ну что за херь? А как мне еще тогда сделать? Ласт пробу. И это по-любому умирает. Можно резко вниз напугать эту. Так. Так. А, я понял, в чем проблема здесь была. Так, окей. И все, да? Ладно, поехали. Ну я почти сделал все так, как надо было. Да. Так, я и сделал. Ай, а вот с этой, да, я стороны не пытался. Черт, вот я глупенький, ладно. А, подожди, она у меня тогда просто убежала наверх. Ладно. Да, я просто тогда не посмотрел. Тогда я просто не пошел поверху. Значит, я не все испробовал. Отпускной шок. Окей. Два варианта сразу развития. No! Черт. А не, стой. Так. No! Final chance.
Окей, пойдем с этой стороны. Ладно, звоним. Готово. Готово. Говорю сразу. Сейчас. Говорю сразу, если DLC, ну, чтобы полностью пройти на 100%, нужно покупать DLC, но я DLC покупать не буду, либо на пиратке сыграю и пройду до конца. Но тут очень много уровней, поэтому фиг его знает. Кастет. Последняя надежда. Похоже, начинается прилив, Джейсон. Прилив — это плохо. Прилив — это плохо. Ай-яй-яй-яй-яй. Я просто для себя закрыл проход. Так, а здесь эти тогда зачем? А. Окей, допустим, сделаем так. Так, тихо. Не напугать. Stop right there. Хорошо. Второй вариант это... А как я тогда вообще сделал? А, вспомнил. Так. Готово. Все сделано успешно. Как сейчас по футбольному мячу даришь? А не. Через час. Открыто. Скотобойня. Зоопарк. Так, это по убийствам. Тут, сюда тоже по убийствам попаду. Доступно открывается с помощью, видите, вот покупки. Раз. Это возвращение на старое озеро, да? Потрошитель. Это Англия. Рыцарь. И вулкан. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. И не оглядывайся, ведь сзади может стоять Джейсон.